Обиделась. Не, на женщин, во-первых, первые не обижаются. Недавно, перед Новым годом, закончился 4-й сезон танцев на ТНТ. Поднимите руку, кто смотрит? Смотрел, в смысле. Вот, мои друзья. И у меня подруга работает хореографом, поэтому я каждый раз имею возможность хотя бы по чуть-чуть заглянуть и сходить на эфир на халяву. Я, честно, даже не знаю, как не на халяву, как туда попадают, но вот я каждый год стараюсь туда попасть. И я прихожу, короче, я вживую смотрела, как он... Суперически, это вживую, это было гораздо круче, чем на экране. И он победителю, да, Виталику Ливанову шикарно отыграли они на сцене, это было бомба. Поэтому мы желаем такой же бомбы. Давай, зажги аплодисменты Артему Судову, поехали!